Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как выбрать наполнитель для кошачьего туалета. Хороший наполнитель – вещь, необходимая любому мяукающему другу. Сегодня в зоомагазинах представлено огромное разнообразие самых разных наполнителей. Как из такого большого количества выбрать идеальный вариант именно для вашего питомца? На что стоит обращать особое внимание при выборе наполнителя для кошки? Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные советы на эту тему. Выбирайте только те наполнители, которые могут хорошо устранять неприятный запах. По данным специалистов, с неприятным запахом отлично справляется комкующийся наполнитель из бентонита. Он мгновенно впитывает влагу и образует крепкие комочки. Они надолго удерживают запах, плюс их легко убирать из лотка. Также хорошо справляется с неприятным запахом силикогелевый тип наполнителей для кошачьего лотка. Выбирайте наполнитель, который не будет пылиться. В противном случае во время закапывания питомец будет вдыхать пыль, а это в свою очередь может привести к развитию аллергии или даже астме. Также пыль от наполнителя может прилипать к лапам кошки, и животное будет разносить наполнитель по всей квартире. Чтобы этого не происходило, лучше приобрести комкующийся или минеральный наполнитель. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Наполнитель должен быть безопасным для питомца. Неподходящий наполнитель может вызвать аллергическую реакцию и дерматологические заболевания у животного. Отдавайте преимущество натуральному наполнителю без добавок и синтетических ароматизаторов. Также не стоит использовать непредназначенные для лотка материалы, такие как газеты и вата. Помните, что питомец может случайно проглотить наполнитель, поэтому он должен быть безвредным для кошачьего желудка. Универсального наполнителя, который нравился бы всем владельцам и питомцам без исключения, не существует. Заранее определитесь, какой тип наполнителя для вас предпочтительнее. Впитывающие наполнители можно менять реже, но чистить придется весь лоток. Комкующийся требует частого внимания, однако позволяет удалить только загрязненную часть из лотка, что сокращает их расход и экономит время хозяина. Силикогелевый наполнитель необходимо постоянно перемешивать, но его можно менять раз в месяц. Древесный наполнитель придется менять часто, однако именно его можно смывать в унитаз. Таковы самые распространенные советы по выбору идеального наполнителя для кошки. Помните о них, выбирая для вашего животного такую важную для него вещь. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!